Полина стала как будто ангелом-хранителем нашим, потому что с Полины началось невероятное, замечательное движение волонтерское. Она наша звездочка, она наш ангел-хранитель. Мы считаем, что она нам помогает. Куда бы мы ни обратились, нам все помогают. В процессе того, как проходили сборы для Полининого лечения, было решено жителями поселка Суда высадить Полинкину аллею. Это маленькие дубочки. Все жители активно поучаствовали в их приобретении. Дубки были высажены у меня на участке. Пока еще Полина была живая, мы спрашивали, задавали вопрос, где Полина желает, чтобы высадили эти дубки. Полина тогда сказала, что лучше высадить эту аллею на стадионе. Очень много у нас очень здесь работы. Это выкорчевка кустов, уборка их и погрузка в машину. У нас также будет трактор, который будет нам помогать. И у нас и ДРСУ вот включилась, нам поможет с подсыпкой, значит, дорожки. Дубочки на моем участке, они, к сожалению, не очень хорошо перезимовали и совсем маленькие. Наше лесничество нам согласилось дать саженцы, то есть до полутора метров. И мы высадим вот такие большие дубочки.